Итак, Duke Nukem. Duke Nukem 3D, если быть более точным. Решил я его перепройти. Так, значит, по настройкам у нас вроде все тут настроено. Так, я еще здесь могу, оказывается, управлять чувствительностью мыши. Ладно, пока так оставим. Пока все оставим по умолчанию здесь. Так, хорошо. Новая игра. У нас 3 эпизода. Начнем с самого первого. Сложность у нас будет Come Get Some. Come get some. Damn, those aliens bastards are gonna pay for shooting up my ride. Так, курсор включили. Там бег есть. Так, разминочка у нас сейчас. Что-то я уже отвык от управления в дюке, блин. Так. Ну, вроде бы. Ну, погнали. Это у нас первый уровень первого эпизода. Тихо. Кто там бушует? Не хочу тратить патроны. Hail to the king, baby. Так. Собираем. Сидит там твоя мать, сидит. А, у меня же есть. Так, пока не падать лучше. Вот это возьмем. И готов. Все, замечательно. Там у нас патроны валялись. Где-то они рычат. Come get some. Вот. Ну. Пошел ты нахрен. Так, вот там у нас товарищ сидит. Ха-ха-ха. Так, включим свет. Давай. Так. Погнали. Твою мать. Как тебе? Груби. О, фига. Уже. Мне уже подарили дробаш. Извини, промазал. Да ты... Я так рассчитывал, что он там сдох. Так, тут у нас секрет. Добраться до него мы пока не можем.
Так, ага. Тут у нас еще один есть секрет, поэтому эту бочечку лучше не взрывать. Руби. Вот он у нас. Кстати, очень полезный секрет. Рекомендую. Так, мне, пожалуйста, шотган. И понеслась. Надо же, он даже успел спустить. Хороший монстр. Ну, ссать смысла нету. Открою маленький секрет. Если поссать, можно себе накинуть, по-моему, десяточку здоровья. А тут у нас секрет. Ой, блин, я взял ее. Не сюда. А вот сюда, пожалуйста. Да, блин, шо ж ты не... Во, молодец. Там просто у нас тоже секрет. У нас здесь гладюк. Гладюк дело... Ну, такое себе. Тихо, 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 ребята. Разошлись. Так, эту тетку лучше не взрывать. Теток вообще лучше не взрывать. Так как же мы будем без теток-то? Где он? Где он? Я его не вижу. Вот ты. Еще и здесь. Хрен какой, а? Включим здесь свет. Это у нас стероиды. Там у нас два брата акробата. Ну ладно, они, в общем, уже ушли. Замечательно. Я считаю, что это было замечательно. Так. Мы туда пойдем другим путем. Это знаем, да? Слушай, какую подставу двери-то устроили, да? Просто так, это я зря. Это я поспешил. Хотя, наверное, да. Так, вы там приземляетесь, да, твоим. Я их не вижу. Опустись, пожалуйста. У меня у дюка шея туговато. Он не может так высоко поднимать бошку. Придется на переходить на пистолет. Давай, запрыгни. Ага. Кто-то там злой. Вот, у меня уже есть пайп-бомба. А, там доволен? Так, вылези. Стоп. А теперь все нормально. А теперь еще лучше. Зачистили. Так, выдвигаемся дальше. Так, у нас есть джетпэк. Я предлагаю... Ну, а почему бы и нет? Воспользуемся. Hey, your ass. What's the difference?
По-моему, нам нужно сейчас взять вот это. А теперь мои пайп-бомбы пошли в дело. Ой, твою мать. Ах, ты, блин, ну вот. Hail to the king, baby. Вот чё ты? Во. Теперь пойдем смотреть фейерверк. О. Божественно, просто божественно. Don't have time to play with myself. У нас карта-то есть, я что-то забыл. Да, есть. Бежит, бежит. Who wants some? Ну. Я успел на спину зарядить. Давай уж, будь добр, опустись. Наконец-то. Так, у нас в принципе выход, но на выход мы пока не пойдем, потому что нам нужно пойти вот сюда. Тут у нас тоже секрет. Такие нехилые залежи оружия. Так. Все, тут мы все получили. Так что двигаемся за еще одним секретом. Тут вроде как мы все взяли, так что нам, в принципе, по-моему, осталось только одно местечко. Включаем джетпак и погнали. Давай. Все. Так, а еще ниже, оказывается. О. Так. Сохраняемся по старой доброй традиции.